На Украине картина удивительная и в то же время уже привычная. Куда только не наведуются за своей добычей сотрудники военкомата. Вот такие кадры, как утверждают в соцсетях, это горнолыжный курорт во Львовской области. Отлавливают прямо на склоне. В общем, даже лыжи можно не снимать, сразу на сборы. Облавы повсеместны, несмотря на громкие заявления Киева, что в военкоматах очереди добровольцев.